Сегодня стали известны итоги республиканского конкурса на лучшие горные и равнинные сельские поселения. В Рио премьер-министра Северной Осетии Азамат Хадиков вручил дипломы победителям и призерам конкурса. Поселения оценивали по ряду критериев. Это благоустройство, озеленение, состояние социальных объектов, финансово-экономическое положение и занятость людей. Конкурсная комиссия определяет три лучших села на равнине и в горах. За первое место полагается денежная премия в 400 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей и 200 за третье место. Деньги целевые и идут исключительно на благоустройство сел, ремонт дорог, строительство детских площадок, установку уличного освещения. Лучшим горным сельским поселением в этом году признан Верхний Феогдон. Победителем среди равнинных сел стало Черменское сельское поселение, которое объединяет два населенных пункта. Там проживают около 12 тысяч человек. У меня очень сложный поселок, новый. Нет пока в полной мере инфраструктуры, дорог, воды, вот, газа, вот, много проблем. Школы пока вот нету для детишек, тоже вот, ходят то в одну, то в другую школу. В общем, есть над чем работать нам. Эти деньги, вот, которые вот сегодня я заработала, я вот, видимо, пущу на покупку детских площадок, которые у нас не хватает. Вот и поставлю по микрорайонам.